Уважаемые наши зрители города Черногорска и всей республики Хакасия, поздравляю вас с Новым годом. Я в Черногорске, в нашем любимом городе. Я покажу сегодня открытие елки. Было. Сегодня зажгли елку. Я пройдусь, все погляжу с вами и ваш, как всегда, любимый Сануля Красотуля. Ну и, соответственно, будет интересно вот эта ель, вот эти декорации. В хорошем качестве, в отличном качестве я выжму с этой аппаратуры все по максимуму. Поснимаем, что у нас все-таки открыли, организовали. Сыночка дошел своими ножками. Ладно, уважаемые жители города Черногорска, Абакана, Саиногорска, всех городов, в общем, все жители Республики Хакасия, поздравляю вас с новым 2023 годом. Желаю вам только всего хорошего и позитива. Ну что, пойдем, пройдемся. Символ нашего 2023 года. Ну, по идее, красиво, ничего не скажешь. Сейчас прогуляюсь по всем фигуркам, пройдемся, посмотрим. Черногорский парк в Черногорске преобразился. Красота, да и только. Сейчас еще пройти горки поснимаю. Пройду. Да как раз аллеи, кстати, аллеи тоже у нас нарядили. Отлично вообще. Прекрасно. Красота. Да и только. Колесо обозрения тоже красивое у нас в Черногорске, кто не знает, его запускали, так и не запустили. У нас, я забыл еще сказать, в парке есть вот такие замечательные качели. Качели, я так понимаю, для двоих. О, не будем сильно раскачиваться, так как металл замерзает, все равно надо с осторожностью относиться к нашему любимому парку. Вот такая вот красотулька у нас, красота. Красотулька. Ну а что я еще могу сказать? Черногорск постарался сделать все красиво. Кстати, кто не знает, мои любимые подписчики, в Черногорске всего 75 тысяч жителей. Ну, парк наш мэрия постаралась организовать достаточно красиво для людей и эффективно. Насколько было возможно, подготовились. Ну, отлично. Красота неописуемая. А кстати, здесь же у нас жирафики. Я их как-то показывал. Летом, по-моему, еще в прошлом году. Тоже все красиво. Ну и отлично. Красота. Вот так. Еще одна декорация, еще одна красота.
Отлично сделано. В общем, просто прекрасно. Ну вот и все. Вот такую красоту я вам показал. Все красиво, все замечательно. Ну и шикарно, соответственно. Все любуется глазу. Ладно, с вами был Сынуля Красотуля. Всем пока-пока. Мы еще увидимся. Вот такой у нас замечательный город Черногорск. Ну и все. Всем пока-пока.